Всем привет! Мы продолжаем проходить пошаговую стратегию 7.62 Hardwife. В прошлой серии мы завершили миссию с немцем под названием «Кинжал», и в результате ее получили вот такой вот замечательный бронированный Урал. Вот. Больше нам в Каликантиносе делать нечего, мы тут все, что можно, скупили, и в Дель Резерва тоже все скупили. Так что мы возвращаемся обратно на базу, и возвращаемся на базу через Лас-Ваканьес. Там остался наш старый Урал, мы из кабины, из багажника все заберем. Ну что ж, поехали. Местность холмы, 17 человек, пограничники Полинейра. Ну что, хорошая случайка, давненько мы не участвовали. Надо попробовать. Блин, вот так вот резко, да? Чего у тебя? Автоматик. Да, резкий ты парень. Метров, как мы его вообще разглядели. Ага. Че, побежали типа, да? Побежали, ну давайте, давайте. Бегите, бегите. А че здесь Маша ляжет сейчас, да? Давай. Иванов, наверное, в эту сторону посмотри, да? Вот так вот. Опа-на. Опа. А Маша, давай вот сюда. Сейчас отработает их всех. А, ну это все там. Все, сохраняемся здесь. Ну что, у меня идея такая. Значит, Машей отработать по вот этим супостатам, которые бегут сюда. В случае чего Иванов поможет с гранатомета их пострелять, если кто-то из них там заляжет или еще как-то. То есть Маша его не может достать. И вот здесь вот слева, если кто-то будет выбегать, тоже Иванов будет контролировать, смотреть. Вот как-то так. Посмотрим, что у нас получится. Подпустим их поближе. Еще ближе. Пожалуй, можно. Что тут у вас? Ага. Давай, Иванов, сразу, наверное, вот по вот этим отработай-ка. Поехали. Отлично, и Иванова тоже неплохо все получилось. Так, вот этот мне лежащий мне совсем не нравится.
попробовать. Вот сюда гранаткой давай. Да, туда давай. Я боюсь, как кто вот отсюда реально не выполз. Давай вот сюда повернемся. Я думаю, тут уже ясен исход боя с Машей. Ты выжил, надо же. Да-да-да, вон у Иванова гости. Ну, ничего-ничего. 84 метра, пусть подойдет. Куда ты пополз? 70 метров. Ага, ну это все далеко. Все, по-моему, здесь трупы. Раз. Два. Ах вы гады, а. Вот они вы. А мы вот так вот. Чё, не достану вас, да? Надо же. Ой-ой-ой, стреляет по мне. Самое время записаться. Так, ну Маш, наверное, сюда уже смысла нету смотреть. Отсюда, наверное, уже все, кто могли пробежать, у всех, у кого были ноги, наверное, уже пробежали. Я думаю, враги будут идти по двум направлениям. Вот отсюда с горки и вот отсюда с горки. Здесь будет работать Иванов. Я знаю, там уже вражины есть. А вот здесь посматривай-ка, Маш, давай ты сюда прям посмотришь. А Иванов, давай-ка сюрприз приготовим врагам. Ага, все, вот так вот. И, в принципе, Иванов, если будет сюда смотреть, он краем глаза будет замечать и здесь врагов. Так что, Маша, давай сразу, наверное, на прицел переключайся. У тебя Иванов будет наводчиком. Так. Ах ты скотина, кто там стреляет, а? Как падла там стреляет. Так, давай сюда-ка подойдем. Вот они где-то вот у этого дерева, по-моему. Вон там вот вдалеке, которое. Что? Лягушки? Нормально. Вот здесь вот где-то.
Вот мы в это деревце сейчас и долбанем. Давай вот сюда выходим на позицию. Ага. Угу, вижу, вижу, вижу. На тебе, скотина. Чё? Где? Твою мать! Ну зачем ты в машину выстрелил, дурак? Блин, надо было по дереву выстрелить, а? Ну что ж ты за дебил такой? Так, три человека. Ну, то есть они все здесь, да? А, Иванов, блин, что ж ты такой косой-то, блин, а? Ну, сюда бы долбанул, сейчас бы этих троих бы очень хорошо накрыло. Ну, а сейчас ответку получишь. Во-во-во, уже пошло. Ну, ладно, что, сейчас переиграем этот момент. Попробуем сейчас гранат с такой вот уработать. Так, вот тут вот дерево, да, получается. Вот сюда вот давай. Или не-не, вот сюда вот их двое. Нате вам, твари. Граната. О, молодец, попал хоть. А вон у Маши появился гостиниц. 98 метров. Не, ну пока не буду стрелять, это далековато. Смотри, вот одного выхлестнул нормально тогда. Давай вот сюда еще. Так, ну и еще разочек вот сюда добавляем. Так, у Маши все 60 метров. Пора, 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 пора. Вот он ты, дружок, на. О, хороший обзорчик. Кто там? Куда ты там спрятался? Где ты тут? Блин, куда-то скрылся, да? Гад какой-то, а? Где-то вот тут вот он. Отлично попал, Иванов. Отлично. Ну вот где-то здесь, кстати. А, вот 35 метров. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот этот мне больше всего. Опасаюсь я его. Больше всего мне не нравится. Вот он, блин, близко-то как подошел. Ну. Стоп. Положил, отлично. Так, и вот здесь вот, да, у нас три человека. Ну-ка, сейчас я по всем пробегусь. А, не-не-не, вот еще один, да. Маш твой. Можно уже работать. Так, 65 метров. Вот, ух ты, стоит. Ни хрена себе. Не, я вот с тобой в перестрелку совершенно не хочу играть. Давай-ка мы с тобой сменим. Управление. Да, но этого, я думаю, Маша сейчас уработает. Так, там сверху получается один прям стоит вот здесь вот, да, вот он, ты стоишь. А кто тебя видит-то, Маша, что ли, да? Маша, может, отработает по нему. 82 метра и 97 метров. Вот это, да, еще. Маша не может работать пока по нему. 7 патронов у Маши, да?
Как бы его сдвинуть вот этого? Давай, Иванов, пока заряжайся. Хорошо, что косишь, Маш. Отлично попало. Так, ну чё там? Пока не видно, да? Никого не видно пока. Работало. Вот он труп. Уработала, Маша. Ну тебе я пока не могу валить. Так что у Маши-то с патронами? Перезарядиться, что ли? Пока есть возможность, надо перезаряжаться. Еще выстрел, отходим. Да, блин, только по машине попадаешь, Иванов. А кто 65 метров у нас? А, во, а 56. А, 56 это вот этот, да? Ну, он труп. Да, у нас. Ну, может ожить сейчас, взять автомат. Не устроить. Маш, может ты его снимешь, попробуешь? Посмотрим, да, как у тебя это получится. Так, ну пока нормально все. Еще один подгреб, да, вверху. Что ж ты косишь-то так, а? Иванов тоже косит. О, сейчас попало, отлично. Так, 82 метра. О, застрял в текстурах. Отстань. Не, не попало, да? Блин, да не попало, да? Что ж такая беда-то? Отлично, попала Маша. Не может, да, по нему работать. Но это самый близкий противник, да? 53 метра. Давай вот эти 66-67 метров. Что тут у нас? Да, можно работать. Маш, давай.
Встать-то так, чтобы видно было всех. Ага, вот так вот. Вот он раз ползет. Вот он два, Маша по нему стреляет. Ну, вот этот на подходе у нас. Что такое? Блин, блокировано. Не, не надо. Отлично, Иванов отстрелялся. Так, сохранимся. По-моему, самое время сохраниться. Неплохая серия. Только вот этот дурацкий, конечно, выстрел у Иванова был из гранатомета. Так, три вражины у нас, да, получается. С пулеметом. Два с автоматами. Так, Маш, давай вот этого. Иванов, давай-ка гранатой. Вот сюда. Так, тут дерево мешается, да? Вот так вот давай. А вот сюда вот. Да, посмотрим, что из этого получится. Эти Иванов промазал. Все промазали. А, не-не-не-не, вру-вру-вру. Она просто не долетела, граната. Отлично. А ты пулеметчика, Маш, сможешь? Сможет. Че, неужели вот здесь вот бугорок не будет мешаться? Ну, это просто чудесно. Кто еще? А, с той стороны, да? Ну, вот он. Блин, Маша терминатор, вообще реально терминатор. Кто здесь у нас? Как ты так, зараза, стал-то тут, а? Чё ж мешается Маше? Дерево мешается, да? Два патрона осталось. Уж, по-моему, вот это вот место гораздо интереснее, да? Вот где-то здесь. Давай встаем. И вот сюда. Иванову надо полить как-то. Я не понял, три человека. Это кто? Раз. Два. А, вот еще лежит, да? Но он тяжело ранен у нас. И без оружия, да, пока что. Ну и пулеметчик тут, да? Иванову надо валить. Вот сюда, наверное, валить. Давай. Ой, блин, ну нахрена ж так? Ты почему не здесь ты пошел? Ой-ой-ой, там сверху молотят. Давай. Ёлки-палки, не успел я выстрелить. Ранили Иванова. Где ты там, а? Так, ну не зря Иванов пострадал у нас. Но дерево Иванова никак от пулеметчика не прикрыло, я смотрю. Ну-ка, где он? Где ты там, скотина? Ты стоя прям, что ли? А, это автомат. Это автомат. АКМС. Наверное, вот сюда назад чуть-чуть отойдем. Во, нормально.
гранату бы сюда. О, во, хорошее место, всех видно. Можешь повтор. Чем блокировано-то, ёлки-палки? Камни, что ли? Давай чуть-чуть поднимемся. Блин. Интересный момент пропустил. Отлично, Маша уработала его. Маша, теперь вот сюда посмотрим. Блин, я Иванову дал команду, да, Маш, тебе. Так, 55 метров. Ну чё ты там, лежишь всё, да? Пистолет взял? Ха-ха, не сдался? Ну, ты вообще... Да блин, да шо ж я застреваю тут? Вот так вот будет с каждым. Все, труп. Ну, один я видел вот там, вот далеко-далеко, 110 что ли там метров было, или сколько там, пытался сюда спуститься. Навстречу сходим. По озеру с лягухами не пойдешь, нет? И вот здесь, по-моему, нельзя пройти, да? Только вот здесь, вот с этой стороны. Давай вместе. Наверное, что? Иванов. Давай такую же глупость не будем делать, как... В прошлых боях. То есть гранатомет все ты отработал, зачем тебе он нужен? Вот так вот и идем. Понимай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот он, вот он, вот он, вот он. Где ты? Маш, 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 он твой. Стоп. Ага. Маш, это твой. С пулеметом, да? Или с чем-то? А, со снайперкой. Ни хрена ты там бегал. Все, 20 трупов. Не, ну с пограничниками Полинеры вот реально интересно воевать. Соперники что надо. Так, смотрим на характеристики бойцов. Иванов. Опыт плюс один. Тяжелое оружие плюс 4. Неплохо поработали мы в этом бою. И медицина у нас теперь 64. Скоро он Машу догонит.
Хотя не, до Маши ему еще далеко, 86 у нее, и она еще книжек даже не читала по медицине. Опыт у Маши плюс один. Снайпер плюс три. Краем глаза стоит посматривать на зрение у бойцов, оно должно быть 99, чтобы не пропустить тот момент, когда надо будет менять линзы. Так, смотрим на общие характеристики. 17 до перехода на следующий уровень. Всех 20 врагов нам засчитали. Это хорошо. Кстати, воевать стоит уже поаккуратней, потому что мы перейдем, если на ЦГЛ 9, у нас в магазине перестанет ЦГЛ 8 продаваться оружие. Смотрим, что мы тут за прибыток получили. Блин, я боюсь хроном пользоваться. Реально боюсь хроном пользоваться. Не буду пользоваться с хроном. Да, и кстати, мы там стреляли рядом с машиной. Ну-ка, надо посмотреть на машину. Чуть сильно мы ее ушатали. Блин, я не помню. Вот здесь вот. Осмотр машины. Твою мать, а 2% корпуса повреждено. Елки-палки. Иванов, ну чё ты кривой такой, а? Чё ты кривой, а? Блядь, ушатал машину, а? Ого, вот у Маши загрязнение на винтовке 13%. Ну-ка, а как прицел себя чувствует? 8% износу, да, изрядно. А Иванова? 1% загрязнение, 3% износ. Ну, сложно сказать. Ну да, на снайперке, по-моему, быстрее прицелы расходуются. Быстрее. Че, гранатами мы не пользовались, по-моему, в этом бою. Все, разбираемся тут с прибытком. Книжка по Уралу, по-моему, у нас есть. Так, РГДшки возьмем. Эвки возьмем. Эти возьмем. Дымовухи возьмем. Да они даже с АК-103 бегали, как мы. Нифига себе. Кстати, 12 уровня автомат. Тоже, кстати, будет продаваться в магазине. Угу, и РПКшки будут продаваться. О, муха есть. А чё, чистилки нету, да? Блин, я оружие даже не почищу, да? Ого, бронебойных-то. Много патронов. Ну, все вроде. Все, книжки мы читаем. Все, сохраняемся, двигаемся дальше. Так, бандиты, 17 человек, местность Взгорье. Было у нас такое, вообще неинтересно нам. Такая случайка, местность была, и бандиты у нас были, не, неинтересно. Что такое? Я не понял, с кем бой. Нейтрал, нейтрал, нейтрал. С кем бой-то? Так, 20-36. Индейцы. Кухрена. Да блин, меня это совсем не радует. Зачем вы мне нужны-то, а?
Ну, я со всеми помирился. Чего вам надо? Ой, блин, опять воевать, да? Ну, что я могу сказать? Я вижу только одно положительное в этом дело. Мы разбирали этот бой в Сьюдад-де-Оро, его недостатки там и так далее. Вот, собственно, сейчас на практике и посмотрим, как можно этот пройти бой вот так, чтобы идеально и без недостатков. Больше я вот положительного ни хрена не вижу. Мне этот бой совершенно вот не интересен. Пройденный этап. В общем, игра считает совершенно по-другому. Ладно. Здесь вот, слава богу, нет никого. Меня это радует. Ага. Сильно я обрадовался. Ладно. Как бы здесь поработать-то, а? Маш, давай ты сюда. Распылиться все-таки придется по разным направлениям. Так, Иванов, ты вот сюда встанешь у нас. Опа. Все. Так, а Маша, вот здесь вот, чтобы она оказалась, вот на этой линии. Иванов чуть-чуть правее. Ага, то есть вот этого сейчас уработает Иванов, а вот этого, наверное, вместе с Машей. Наш, соответственно, Маша у нас станет вот здесь, вот на этой линии, да? Вот так вот. А машина где здесь? Машина здесь вообще не мешается. То есть я могу где-то даже вот сюда встать. Стоп. Ну, даже вот сюда встать могу. Все, могу я тебе стрелять? Могу. Ага, во, отлично, Иванов и на крыше видит этого супостата. Отлично, по нему поработает. Все, вот так вот, сохраняемся.